Здравствуйте, друзі. Коли я зараз перечитую, переглядаю те, що говорять, ну, наприклад, Анатол Плугару, колишній голова КГБ, потім міністр державної безпеки Молдови, коли дивлюся, що і читаю, що говорить Юрій Рожка, ну, гроза колишньої, так би мовити, Придністровської Молдавської Республіки, яким лякали, ну, дуже-дуже сильно. От Юрій Рожко, який створював Народний фронт Молдови за зразком прибалтійських держав. Але то було зовсім щось інше. Тепер я вже розумію, щось інше. І Плугару, і Рожка – це щось інше. Оба вони підтримали фактично в різній мірі напад, неспровокований напад Росії на Україну у 22-му році. Оці політики зараз продовжують політичне життя в тій чи іншій мірі. І я собі думаю, а це ж ці політики, коли діяли Лебедь, Антюфєєв, це ж політики 92-го року активності, то запитайте задачки, а з ким тоді, Росія воювала? Це як з одного боку були її агенти, і з другого боку її агенти. І війна йшла між ким. От зараз ми продовжуємо читати мою книжку «О землі, о людях, о війні». І дивуватися на цю тему, що тоді відбувалося. Друзі, книжка зараз унікальна, її ви ніде не знайдете, тому я її читаю вам, а вона дуже актуальна. І ви співставляєте, що зараз відбувається, і думайте. Читаю мовою оригіналу своє інтерв'ю, це вже третє інтерв'ю, з міністром Держбезпеки невизнаного Придністров'я ПМР Антюфєєв. Ну, а за псевдо Шевцов. Читаю мовою оригіналу. Вадим Шевцов. Лебедь гремит ФСК. На этот раз я встретился с министром госбезопасности Приднестровья после публикации в «Независимости» интервью коменданта Тирасполя, полковника российской армии Михаила Бергмана. Я его, до речи, дуже добре знал. Рассказывавшего о деятельности Шевцова кошмарные вещи. Вадим Георгиевич красноречиво взглянул на меня и с возмущением назвал меня жертвой дезинформации Мони Бергмана и генерала Лебедя. По его словам, больших мерзавцев. После продолжительной словесной пристрелки сказал: «Соглашусь с вами разговаривать при условии, если опубликуете в начале…» Вот такие слова. Берите, ручку, записывайте. Честно признаюсь, я впервые в жизни писал под диктовку самого министра госбезопасности, пусть и не признанной, но все же республики,
тем более лестно, что не всякому иностранному, коим я на этой территории являюсь, журналисту, выпала такая честь. Цитирую то, что он мне диктовал. По вашим публикациям я вижу, что несерьезно относитесь к изучению информации. Часто в погоне за сенсацией становитесь жертвой дезинформаторов. Я вновь согласился с вами на разговор, только что ОПМР в Украине не знают правды, а может и не желают знать, хотя здесь проживают их соотечественники. В вашей газете свой круг читателей, и, возможно, через водопады конъюнктурной лжи просочится хоть капля правды о нелегкой судьбе нашего маленького народа. Вот он и себе створил тут маленький свой народ. И вот я верю, что в конце концов восторжествует правда и будет оценена славянским миром роль Приднестровья как первого рубежа обороны от румынской экспансии. Друзі, вибачте мене за такий тон, за такий артистизм, але ж не можна це всерйоз зараз приймати і говорити. Але він говорив тоді всерйоз, і я записував всерйоз, бо ж його вимога була така, щоб слово в слово. Я почну з того, що є лебедь для Черноморского региона, имею в виду Украину, Молдавию, Приднестровье, Румынию. Есть лебедь для России, есть лебедь для Запада и есть лебедь для этого региона. Это разные люди, разные высказывания, разная подача информации. Вадим Георгиевич, правда ли, что генерал Лебедь недавно разоблачал у себя в армии шпиона, некоего майора российских вооруженных сил Бутника, который якобы был вашим агентом? Эта информация подавалась в начале событий в Чечне, но нигде не говорилось и не могло говориться о том, что он имеет какое-либо отношение к нам. Но простите, позвольте. Этого и не могло быть. По этому делу сюда специально выезжала комиссия ФСК России, очень солидная, во главе с ее стояли генералы. Она достоверно установила, что Бутник никогда, ни при каких обстоятельствах, не имел отношения к нам. А мы не имели на связи ни одного сотрудника ФСК России. Там все были сотрудники ФСК России, ФСБ России. Але ж він вот так каже, я записываю. Журналист. В таком случае, зачем Лебедю вся эта затея с Бутником? Ошибка Лебедя в том, я считаю, огромная ошибка, что он стал работать против сотрудников ФСК. Як вам?
Ни в одной стране мира нет такого, чтобы армеец стал работать против собственной контрразведки. Видите ли, если бы у прокуратуры 14-й армии и у центра ФСК хватило бы профессиональной смелости и отсутствовал бы, как и отсутствовали бы конъюнктурные соображения, у них достаточно материала для того, чтобы разоблачить Лебедя. Он знает о том, что они располагают такой информацией. Знает, что, например, прокуратура, верная своему служебному долгу, поставила эту информацию в Москву. Естественно, это его раздражает. Отсюда и все эти шараханьи. Вопреки здравому смыслу и приказам, он по существу пересек. Он по существу пресек контрразведывательную деятельность ФСК по выявлению намерений противника тут. Позвольте, мне известно, что и сейчас в Приднестровье работают высокопоставленные сотрудники ФСК. И никто их не пресекает. А у меня другая информация. Они работают вроде бы в контакте с вами, но против Лебедя. Так ли это? Ответ. К нашему сожалению, ни СБУ, ни ФСК не работает в контакте с нами и не работали никогда. А если Лебедю мерещится что-то, и он каждые 3 дня меняет свой городской номер телефона, то это всего лишь мания преследования, говорящая о многом. Так же, как и его гипертрофированное собственное «я» и мне, и мания величия. Вам подают как жареное. Вот, мол, Министерство госбезопасности Приднестровья, преступная организация. Если она в контакте с ФСК, то и военная контрразведка России преступна. И все, что она сообщает в отношении Лебедя, преступно. А ведь когда он начал громить ФСК, когда? Когда появились первые признаки того, что у ФСК могут быть неприятности в связи с неудачной кампанией в Чечне. Тогда-то он начал наезжать на Грачева. А я в свое время, встречаясь с вами, говорил, что настанет то время, когда он начнет наезжать и на Ельцина. Но только в том случае, когда позиции Ельцина станут более уязвимы. И вот свершилось. На Лебедь опять попал в просак. Его подвели собственные информаторы, собственные амбиции. Ельцин на месте Грачева, Степашин на месте. А Лебедь почувствовал, что он в очередной раз не вовремя выскочил, начал дрейф. Кстати, это модное слово в Москве и вообще в политической жизни России. Они не принимают никаких решений. Они дрейфуют в зависимости от ситуации.
он срочно начал дрейф в сторону деморосов. Изменится политическая ситуация, и он пойдет по другому галсу. Журналист. Вы утверждали, что Берман агент четырех разведок. Не многовато ли для полковника? Ответ. У меня служат работники, которые в свое время его вербовали. Берман является агентом военной контрразведки. Недобросовестным, кстати. Он подавал в Москву настоящую туфту, которая по полтора месяца проверяла центром. Кроме того, он имел контакты с израильской разведкой. А где Израиль? Там ЦРУ. А где ЦРУ? Там румынская разведка. А где румынская разведка? Там Министерство национальной безопасности Молдовы. Плару. Який зараз фактично на боці Росії. Вот почему я так утверждал. Журналист. Вадим Георгиевич, вы продолжаете держать в камере смертников депутата парламента Молдови Илашку. А тут увага. И после того, как был освобожден, проходивший по тому же делу террористической группы «Бужор», некий Гарбус, заявивший, что никакой группы террористов не существовало в природе, и что все это... Ответ. В январе состоялась встреча вице-премьера Молдовы Кунева с Илашко. Мы многим разрешили такие встречи. Дело изучал зампрокурора Молдовы, министр национальной безопасности и другие. И они не могли сказать, что такой группы не было. Имеется стенограмма встречи Кунева и Илашку. Она, кстати, была передана президенту Молдовы Снегуру. Я ее не могу вам предоставить всю, но кое-что из нее зачитаю. Цитирую. Я никого не предавал. Я выполнял все, как мог. Я делал много. Меня надо было расстрелять один раз. Сто раз расстрелять за такие вещи. Я очень много зла сделал. Но это была война. Делал я вместе с Министерством национальной безопасности Молдовы. Я гражданин Республики Молдовы. Молдова воевал за Молдову, воевал в силовой структуре. Господин Кунев, я вам в открытую говорю, я получил 4 бомбы из Румынии. Они были в Кушанах. Их должны были привезти, но не успели. Мне давали приказы. Я могу назвать фамилии и называя. Лугару. Табуйко. Штефан Чебану. Русу Семен. Сколько людей я убил здесь, в Тирасполе. Просто пропадали. Все и нет. И я и сейчас получаю удовольствие от Калмоя, министра национальной безопасности Молдовы. Деньги жена получает. То есть, конец цитаты. То есть, он говорит, что является военнопленным и по-прежнему на службе у Министерства национальной безопасности Молдовы.
ну, то, що зараз називається СІБ. Поліція Народного фронту Румунії, дуже сильні позиції Народного фронту Румунії, дуже сильні в Молдові. Ну, да. І вони всячески обманують славянський мир, Україну, Росію, що Молдова самостоятельна. Но как она может быть самостоятельной, если даже президент Снегур на румынском самолете летал в США? Деталь, но красноречивая. Как они могут быть самостоятельными, если держат курс своего лея только за счет валютных инъекций, которые производят США, Запад, Международные валютные фонды. Международный валютный фонд. Журналист. Известно, что в Румынии сейчас очень сильны позиции НАТО, США. Ответ. Румынии отводится здесь, на Балканах, роль Израиля в арабском мире. Журналист, несколько сейчас по вашему, насколько сейчас по вашему сильно румынское влияние в Молдове? Ответ: очень велико. Показателем его может быть хотя бы то, как под влиянием Народного фронта, считай Румынии, Рожка, мы теперь бачим, яка це Румыния. По-прежнему Снегур, правительство и парламент Молдовы требуют выдачи Илашку. Его появление в Кишиневе только бы дестабилизировало обстановку. Но настолько силен прорумынский настрой, что они заставляют это делать тех, кто у власти. Кстати, на всех заседаниях парламента выставляют фото Илашку. Это часто видит вся Молдова по телевидению. До речі, я вже говорив, що згодом, коли Илашку, цей же Шевцов і інші випустили з Глінного, там тюрма стоїть, де він сидів у Придністрові, він благополучно працював депутатом парламенту Румунії, входив в комітет дружніх зв'язків з Росією. Так що ніякої дестабілізації він не вчиняв, про яку пророкує ось Шевцов після того, як появився на волі. Журналист, какое по вашему значение роли государственности Приднестровья? Какая роль его Приднестровья? Ответ. Когда-нибудь в Украине и в России это поймут. Приднестровье не позволила аннексировать в 92 году Молдову. А для этого тогда были все предпосылки. Практически еще одно-два решения парламента Молдовы, и это бы состоялось. Румыния вышла бы здесь на границу с Украиной. А вы знаете амбиции Румынии до Одессы, не меньше. Ну, чесно сказати, були такі в правих деяких манія величності. Це ж було ще до того, як Румунія вступила в НАТО. І не тільки Одеса, а Румунія Маре аж побух. Ну, це було. Ну, але це ж не всієї Румунії, по-перше.
невеличкої групки людей, яка і зараз там, можливо, ще існує. Ну, знаєте, за такими групками не цікаво спостерігати, бо вони дуже маленькі. При ее поддержке с Соединенными Штатами возникла бы очень тревожная ситуация для тех регионов Украины, где, скажем так, проживают этнические румыны. Это могло бы быть, это имеет место и сейчас, правда, не так ярко, хотя Румыния на отдалении. Чем бы закончилась экспансия Румынии, если бы она вышла на границу с Украиной? Это большой вопрос. Сейчас многие говорят о беженцах по всему миру. Много ли беженцев из Молдовы? Ну, до речі, мені відомо, що за час Придністровської війни з Придністров'я та й з правобережної Молдови, наприклад, з Бендер, втекло в Україну близько 70 тисяч біженців. І Україна їх утримувала, надавала прихисток, все-все-все, пільги. Много ли беженцев из Молдовы? Да их просто нет. Из Приднестровья тем более. Было и зафиксовано. Зафиксовано, якщо точно, 65 тисяч. Я був на переговорах з цього питання вже після Придністровської війни між Молдовою і Україною. Якісь там обговорювалися питання, якісь компенсації, але серйозно ніхто про ці компенсації питання не ставив. Сейчас многие говорят о беженцах по всему миру. Их просто нет. Из Приднестровья тем более. А вот если бы Приднестровье было задушено, беженцы были бы и в Украине, и в России. Здесь проживает 250 тысяч этнических украинцев. Так? Якщо не больше. Вот они практически все бы были в Одесской области. А чему? Лишь в Одесской. Они были бы і в рідній Вінницькій області, наприклад. Україна справилась би з цим? Сумніваюсь. Вона справилася, навіть і не помітив ніхто про це. Я пам'ятаю, в час боїв важких я ночував в одній бабусі в Рибниці. От, з Вінницької області, але вона жителька Рибниці. І вона сказала, от що, якщо румуни попруть на нас, я спалю свою квартиру і втечу додому на Вінниччину. Такий був психоз, така була пропаганда. Хоча тепер ми розуміємо, що і на лівому, і на правому березі люди були фактично однакових політичних поглядів. Ну, ми тепер бачимо Плугару, Рожка Юрій, московська ця орда, яка нападає на Україну. Ну, і те, що називається в Придністров'ї, мислять вони в цілому зараз однаково. В 1992 году к нам перебежало 65 тысяч человек, это журналисты. Расходы немалые. Потом между Украиной и Молдовой были переговоры
о компенсации. Я присутствовал на них, но ничего Украина не получила. Об этом уже и забыли. Ну ладно, давайте о другом. Я не раз писал о румынских, еле завуалированных территориальных претензиях к Украине. Они иллюстрируются и по сей день, даже соответствующими картами, находящимися во многих кабинетах народнофронтовцев. Народнофронтовцев Юрия Рожка, еще раз подкреслю. И меня всегда интересовало, почему официальная Молдова практически никак на это не реагирует. Ведь на тех картах изображается Великая Румыния, включая и Молдову. Почему она не скажет, глядя на это: братья румыны, не валяйте дурака, неприемлемы ваши претензии к Украине, считаем их не только неуместными, но и унижающими наше государство. Антифеев, Молдова делает вид, что не замечает этого, поскольку головой зависит от Румынии. Вот и все. Идет движение руманизма на славянские территории. Вы это не видите в Украине? То бачите, як тоді нагніталося оця, так як зараз укрофашизм, так тоді руминофашизм, так от, от так, так вони, от що, от славянський мир проти румунофашистів, а ці румуни ж фашисти, от вони такі, розумієте, ну от, ну я те, що він говорив, слово записував, це було всерйоз. Ви це не бачите в Україні, журналіст? Румунських в Україні так или иначе главним главам наших делегацій постійно напоминають в Кишиньові румунські журналісти. Ну, я це, давайте ще раз я цю фразу, бо це дуже важливо. О румынских территориях в Украине, так или иначе, главам наших, мається на увазі українських, делегаций постоянно напоминают в Кишиньові румынские журналисты. Ну, було маса таких прес-конференцій, ну, оскільки я був власним кореспондентом української газети в Кишиневі, то був на цих прес-конференціях, і як тільки появлялася будь-яка маленька навіть делегація України, так, тоді задавалися ці питання про румунські території в складі України, про повернення їх. Було таке, ну це факт. Но никогда в истории Украины, Украина с Румынией серьезно не воевала. Вторая мировая, будем считать, не в счет. Тогда Румыния воевала с угрожавшим ей Советским Союзом. Мы надеемся, что и в будущем дело дойдет до крові. Я вже не раз про це говорив, що Україна мала і має з Румунією досить протяжну ділянку державного кордону. І там на ній нема проблем.
як, наприклад, з іншими країнами, давайте я не буду називати якими, але ви за повідомленням інформаційних різних джерел зараз знаєте, про які країни нам роблять проблеми на кордоні. Румунія – ні. Мы надеемся, что и в будущем дело не дойдет до крови. Нашли друзей. Это безумие, когда славяне, рассорившись друг с другом, ищут друзей и покровителей у тех наций, которые никогда не были дружественными, искренними по отношению к ним. Звідки він це взяв? Новосибирец коренной. Когда-нибудь искусственно обостренные отношения между русским и украинским народами придут в норму. Я думаю, уже в найближчі 100 років про це надіятися немає сенсу. Но для этого, к сожалению, нам, видимо, потребуется пережить какую-то страшную беду. Пророк. Вот мы эту беду зараз переживаем. Вторгнення кацапских російських військ. Чтобы прийти друг к другу на помощь. Вы розумієте? Який далекоглядець. Журналіст. Хороші слова. И знаете, они мне напоминают разговор с генералом Лебедем. Поверьте, он почти то же самое говорил. Ответ. Под многими словами Лебедя и я сам бы 10 раз подписался, но я говорю искренне, реально отстаиваю часть славянской территории, не имея за спиной ни большой державы. А кто же его туда послал выполнять это задание? Москва ж послала, агент Москвы. Ни больших покровителей. Найвищі керівники Росії на той час його посилали. Сюди, в Тирасполь, із спецзавданням. Реально сражаюсь за это. То, что говорит Лебедь, что заявляет, он делает только ради достижения своих узкокорыстных политических или клановых целей. Вы скажете, не может быть, он же искренне говорит. Тогда вспомните предвыборные выступления любых политических деятелей в любой стране. Они тогда что-то другое говорят, когда выборы. Журналист. Вас очень высоко ценит Виктор Алкнис, полковник, народный депутат СССР. В своем недавнем открытом письме, опубликованном в Советской России генералу Лебедеву, он говорит, цитирую, «Неспроста кишиневские власти обвиняют депутатскую группу «Союз» в причастности к созданию Приднестровской Молдавской Республики. Да, мы причастны и гордимся этим». Конец цитаты. Кто еще из ваших политических лидеров считает себя причастным к созданию и защите Приднестровья? Ответ. К нам приезжали депутаты, настроенные державно, пророссийски, а кое-кто был и коммунистического направления. Но позвольте, если нам никто руку не протягивает, если нас физически уничтожают, а кто-то хоть как-то помогает, благодаря чему нас
меньше убивают, то, наверное, мы примем такую помощь. Вопрос. Скажите, что ожидает Приднестровье? Вот питание, да? Зараз. Актуально. Я ж кажу, ця книжка надзвичайно актуальна. Ось те саме питання, що було 30 років назад і зараз актуальне. Що ожидає Придністров'я? Це будущее. Ответ. Катастрофы нет и не будет. Но в чем-то мы должны корректировать свой курс. Мы независимое суверенное государство. И у нас курс на Молдавскую конфедерацию. Вы чуете? Вот, Плугару. Это ваш рідний політичний брат, каже. Шевцов, Антюфеев. Про Молдавскую конфедерацию без НАТО, без інших воєнних союзів. Журналіст. Мені, наприклад, трудно представити таку конфедерацію, якщо в одному государстві будуть дві армії. Кстати, по здешнему масштабу очень сильные. Вы же от своей армии не собираетесь отказываться? Нет, не собираемся. Журналист. В Украине есть серьезные опасения относительно того, что, как сказал полковник российской армии Михаил Бергман, под крышей вашего министерства, под крышей государственности Приднестровья готовятся какие-то силы для восстановления чего-то вроде бывшего СССР. Вот то, что Путин же сказал, что это была большая ошибка, развал СССР. Вот он сейчас восстанавливает этот СССР, только в другой форме. Ну от я про це і запитую. Давайте ще раз я процитую це своє запитання цьому міністру, так би мовити, безпеки ПМР. Тоже також пророче запитання, да? Також актуальне сьогодні. В Україні є серйозні опасения относительно того, що, як сказав полковник російської армії Бергман, а він сказав, що ми можемо за 2 години нашими танками взяти Одесу. В Україні є серйозні опасения относительно того, що, як сказав полковник російської армії Бергман, під крышей вашого міністерства, під крышей государственности Придністров'я, тайно готовятся какие-то силы для восстановления чего-то вроде бывшего СССР. Ответ. Бергман – это проходимец. Кому вы верите? Выйдите на улицу и спросите у людей, кто такой Бергман. Вам ответят, что это Моня Бергман. Кстати, его настоящее имя Моня, а фамилия не Бергман, а Берман. Вы вообще-то представляете наши возможности? Знаете, что безопасность у нас 3 года назад создавалась из одного человека? Меня. Да, я в це вірю. И я знаю в деталях. В деталях знаю. И він це знає, що я знаю. Як Москва його послала сюди із спецзавданням створити це Міністерство госбезопасності. Так що він правильно каже, з одного чоловіка, з нього, тут він чесно каже, з нього то ось.
В Приднестровье всего 740 тысяч жителей. Зараз половина того, що було. А тоді дійсно було 740 тисяч жителей. Разве з такої крохотної території можна експортувати куда-то революцію? Вас просто дурачать, журналіст. Якщо произойдет чудо, подобное, которым в России случалось не раз, и генерал Лебедь победит на выборах, станет президентом страны. Вы представляете свое положение потом? Уявляете? Не видите себе, что вот Лебедя не знищили в тому вертольоте. Що він через, ну, через деякий час стає президентом Росії, або навіть до того, не третім виходить, а першим. І перемагає, і що? Ответ. Чудес на свете не бывает. И если вам кажется, что он станет президентом, то напрасно. Почему вам так дорога его книга с личной подписью? Почему вы так возле него вьетесь? Думаете, цитирую, я же с будущим президентом России вот так запросто за руку здоровался. Конец цитаты. Не будет такого. Вы обратили внимание, в Киеве его боятся, в Москве боятся, а здесь его никто не боится. Нам с горшка видней, что он из себя представляет. Я знаю, что они с Бергманом замышляют против меня. Но и мы не дремлем. Недавно задержан управляющий российским полевым банком. Через него прокручивались тут огромнейшие махинации. Мы по Тирасполю все отработаем и добьемся до всех, кто нам здесь вредил. Между прочим, этот управляющий его брат-адъютант Моня Бергман. І тут наша розмова несподівано переривається. Телефонний дзвінок, тривога переривається. Недозакінчене інтерв'ю, але є тут по скрипту. Цитую. Наша бесіда прервалась неожиданно. Так вийшло. Може, это и к лучшему. Все точки над «и» расставит время. Прощаясь со мной, Шевцов Антюфеев, вдруг сказал, цитирую, «Передайте там, в Украине, что пока есть Приднестровье, Украина может спать спокойно». Конец цитаты. А мне, журналисты, хотелось пошутить. Она и так уже все проспала. Конец цитаты, троеточие. Слава Украине! Героям слава!